Всем привет! Продолжаем путешествовать, узнавать что-то новое. Андромаха. В греческой мифологии супруга Гектора. Отцом Андромахи был Итион, царь мессийского города Фивы. Во время Троянской войны Фивы были взяты и разорены Ахиллом, который убил Итиона и семерых братьев Андромахи. В Илиаде Андромаха представлена верной и любящей женой Гектора, предчувствующей грозящей ему опасностью и горько оплакивающей мужа после его смерти. После взятия Трои ахейцами Андромаха лишается своего единственного сына Астианакта и как пленница сына Ахилла Неоптолема следует за ним в Грецию. В трагедии Еврипида Андромаха изображена ее горькой долей и притеснение со стороны жены Неоптолема Гермионы. После гибели Неоптолема в Дельфах Андромаха переселяется в Эпир вместе с Еленом, чьей женой она становится. В Эпире Андромаху застает во время своих странствий Эней, а от Неоптолема Андромаха имела 3 сыновей, в том числе Молоса, героя Эпонима, царством Молосов в Эпире. После смерти Елена вернулась в свою родную землю Миссию, где Пергам основал город, названный ее именем. В историческое время здесь существовало святилище, посвященное Андромахе. Ну вот примерно все кратенько о Андромахе. Пока-пока, до свидания.